Как вы знаете, у нас на канале часто выходят видео, особенно по рассказам и сказкам. Для этого мы используем дополнительный ресурс штатив. Вот такой вот большой штатив, который с ножками раскладывается. И не у всех есть штатив, и его не всегда удобно взять в дальнюю дорогу, потому что он большой, и его неудобно брать в рюкзак, например. И для этого мы решили расширить наш ассортимент и заказали небольшой наборик. И сейчас мы его распакуем и посмотрим, что в нем лежит. Друзья, приступаем к открытию. И ножницы мы взяли на всякий случай, если не получится разорвать. Мы сейчас попробуем разорвать эту упаковочку. Друзья, сейчас мы посмотрим, что лежит в этом наборе. Так. Тут еще. О! Друзья, вот тут. Итак, друзья, сейчас я вам потихоньку расскажу, что мы тут распаковали. Итак, в этом пакетике лежат вот такой вот небольшой штатив с такими ножками и держатель для телефона. Его можно прицепить на вот эту площадку. Мы сейчас открутим площадку, и его можно прицепить на вот эту вот. И вот так вот ставим площадочку дальше вот сюда. И вот так вот можно с телефона снимать на вот этой площадке для телефона. Итак, мы вытаскиваем площадочку и начинаем крутить, чтобы вытащить эту площадочку. Так, мы ее выкрутили. Так вот, здесь у нас то же самое с этим же штативом. Мы ее закручиваем здесь вот так вот. А и еще тут есть винт специальный, чтобы он не крутился. И чтобы двигалась вот эта штука. Так вот, вот такой вот у нас получилось штативчик. Вот эта кнопка для телефона, чтобы можно было легко снимать себя. У нас нету двух телефонов, поэтому я попробую снять от зеркала. А также микрофон. Мы запишем, наверное, в ближайших видео, но мы его можем сейчас распаковать, что мы сделаем. Сзади есть вот такие штуки. И мы его распаковали. Так, как вы видите, вот такой вот тут микрофон. Его можно вот так вот присоединять к себе и говорить. Правда, тут нужно еще всунуть вот этот вот провод. И так вот, сейчас мы попробуем с этой кнопки снять на зеркале. Итак, друзья, вот
как выглядит это все в сборе, весь этот наборик. Вот эта кнопка. Тут две кнопочки, но я сейчас подключил вот этот микрофон к телефону. И это сейчас выглядит все в сборе. Телефон держать на штативе очень удобно. И как вы видите, вот это вот все в сборе вместе с кнопкой. Ссылку в комментариях я оставлю на интернет-магазин. И вот такой вот набор весь в сборе открытый. Еще раз повторяю, что телефон держать очень удобно на этом мини-штативе. Плюс микрофон где-то 2 метра длиной, длинный такой. И вот это вот все в сборе. Итак, друзья, весь этот набор полностью вышел не больше $10 с доставкой. И мы очень довольны этим. И мы будем использовать этот набор в снимании видео о сказках и рассказах. И также мы в скором видео покажем, как мы снимаем видео на штативе. Рассказы и сказки Чуковского. И также следующее видео будет по обновлению Бравл Старса. И выйдет видео по сказкам Чуковского. Но на этом мы прощаемся. Подписывайтесь на канал Скорпио, ставьте лайки. Ну а на этом мы точно прощаемся. Я вам желаю всем удачи и всем пока.